Ну вот сегодня такой замок, он плохо закрывает двери. Вот, на стиралке. Здесь еще установлен сенсор двери, закрытой двери. Вот я его так блокирую. И здесь вот такая вот причина. Если замок не работает, вы вот такой винтик вот здесь вот откручиваете его. Все, там лежит вот такая вот таблеточка и вот эти вот две пластинки. Под двумя пластинками нужно просто почистить контакт. И вот этот вот контакт тоже металлический тоже почистить. И все, и он будет работать. И новый замок не нужен. Вот такое вот быстренькое видео. Вот еще раз сейчас покажу. Вот она таблетка, вот он контакт. Вот этот почистить, он был черный. Вот здесь вот таблетка, вот этот контакт. Там две пластинки и потом такая же вот металлическая. Она черная, тоже ее почистить. Ну еще можно на мегаома проверить вот эту таблетку. Обычно она не сгорает, а если она у вас прям черная уже, думаю, ее можете тоже почистить. Где я почистил, у меня было все черное здесь. И все будет работать.